Старое нужно воспринимать как праздник, что-то, то есть какое-то, какое-то такое увеселительное мероприятие, где пускаются салюты, Ифтар проходит ежедневно. Но так получилось, что в этом году Рамазан, то есть это событие 22 июня попало именно на месяц Рамазана, Ифтар все равно бы был. И он ежедневно проводится во многих мечетях, например, в Казани только в 30 мечетях проводится Ифтар. И мы примерно почитали, это 5000 постящихся разговаривают ежедневно по городу, только официально, то, что мы можем посчитать, еще не считая кафе или других мероприятий, где зовут частные лица. Поэтому обязательно молитва будет прочитана. То есть в этой программе, когда мы сказали, полтора часа будет программа, то есть там чтение ваазов, проповедей, будет принесено дуа, и обязательно вспомним своих отцов, дедов и так далее.